Ну что, всем привет, на связи Хабиб, и это новое видео, как снимали клип на песню «Ой, какая ты». Так я пропагандирую здоровый образ жизни, весь клип будет связан со спортом, ну и, конечно, будет романтика, о которой вы скоро все узнаете. Опа! Ты думаешь, будто же сближаешься с тобой? Если что, это я, тренер, ко мне обращайтесь. Турбоскорость, турбоскорость, турбоскорость! Ой! Мое самое любимое занятие, конечно, что-то крутить мяч, делать всякие фишечки. Оп, 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 оп. На самом деле в клипе участвует очень много людей, танцоров, спортсменов. И просто посмотрите, сколько людей задействовано, чтобы сделать этот клип еще лучше. Поэтому буду я не только пить, но еще и заниматься спортом. И вас их призываю. Я главный тренер этих девчонок, поэтому и подопечные. Это... У вас какая гимнастика? Художественная. Я же знаю, я все знаю, ребят. Просто это моя команда, если что. Команда называется как? Правильно, Ягода Малинка. На самом деле я не знаю, кто это. Мы увидимся вновь, постарайся в других не влюбляться. Оставь свой телефон, я за тобой хоть в море. Оставь свой ник. Не только баскетбол, да, но еще снимают там различные другие виды спорта, и это все будет круто снято, скейтбой. Вот я же говорю спорт! Ой, какая ты, богиня красоты, за тобой готов хоть. Нормально? Да. Ну, я, конечно, не врач, но помочь могу. Да, я еще тот ленточник. Обратите внимание, друзья, говорится, тут фирма этой палочки, японская, между прочим, звучит как? А? Аки. Я сейчас искала, да, все, у меня кровь оттекает. Устала, не могу. Сколько можно вывести вот. Ага. Да, красава. Я покажу сейчас все, что остается за кадром, то, чего не видите, когда смотрите клип. Это наша гримерка огромная, просто смотрите, здесь есть кухня, еда, люди, которые едят еду. Здесь очень много одежды, стилисты работают каждую секунду. Ну что, самая закрытая территория в этом здании. Гримерка, поехали. Вот такие вообще прям очень тяжелые для здорового образа. Мои любимые тапочки, где-нибудь тоже их заснимем, очень интересные, милые. Кстати, эти тапки были на обложке песни «Ой, какая ты», можете поверить. Одна из самых моих любимых кофт, конечно, это кофта Пикачу. Вот, смотрите, тапки Пикачу. Вот, просто я в детстве очень любил этот мультфильм, учился, к сожалению, во вторую смену и никогда не успевал на этот мультик, потому что он заканчивался, когда я только приходил домой. Наверстываю упущенное. Ничего такого супер особенного нету, потому что все как у людей. Специально для этой песни я научился играть на этом музыкальном инструменте. Это называется укулеле, такая мини-гитара с четырьмя струнами. И чтобы все было по-честному, сейчас продемонстрирую, как это все звучит. Ой, какая ты, богиня красоты, за тобой готов хоть на край земли. Ой, какая ты, богиня красоты, никогда тебя не смогу забыть. Эй! Оставь свой ник ВК, все сторис на повторе. И если вечером вдруг захочется тепла, останься со мной.